Стену в актовом зале анапского филиала Московского педагогического университета украшают работы талантливых юных художников. Рисунки на листах формата А4 – итоги конкурса «Я открываю регионы России». Данный конкурс рисунков детских мы проводили, посвященный Дню географов России и Дню основания Русского географического общества. Одно из основных направлений деятельности – нашего местного отделения РГО, конечно, будет работа с детьми, работа с молодежью, популяризация нашей великой России. И вот через такие конкурсы, которые мы проводили, мы занимаемся этой красивой просветительской миссией. За время проведения конкурса участники представили более 150 работ. Творческие способности смогли проявить девчонки и мальчишки от 3 до 18 лет. Жюри оценивало работы в 5 возрастных категориях. Часы цветочные. Я считаю, что надо проводить конкурсы, потому что мне это нравится. Юные дарования отразили на листе бумаги природные и культурные особенности разных уголков нашей страны. Рисунки выполняли в любых техниках – акварель, гуашь, уголь, масло, карандаш и даже тушь. Я довольно давно занимаюсь рисованием и, в принципе, хотел опробовать свои умения. Спасибо организаторам конкурса за то, что дали проявить себя и просто узнать о том, насколько хорошо рисую. По итогам конкурса ребят наградили грамотами и ценными призами. Отдельную благодарность выразили педагогам-наставникам. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.